Международную акцию «Огненные картины войны» провели в Махачкале 10 тысяч свечей. С их помощью активистам и волонтерам удалось воссоздать символ падения фашизма. С наступлением темноты на центральной площади появилось изображение водружения Знамени Победы на крыше Рейхстага в мае 1945 года и надпись «Помним». Акцию организовали Министерство молодежи и спорта Дагестана при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия».